Ёлки, вон она. Ну что? Надо повесить, значит. Дела уже лучше идут. О! Опять Семёнычев Александр. Снова ну что, мая? Семёнычев Александр? Какая прелесть, ну? Надо будет цепять? Давай, А3. Ой, а давай не будем бить, а? Угу, слон Б7. С3 это уже, по-моему, не туда, насколько я помню. Давайте как-нибудь поагрессивнее, что ли? Куда ферзь пошел, я не понял. Может быть, D5? А если я вперед? И обратно. Еще вперед. Да. Можно забрать. Можно забрать тут. Вообще можно еще опять пойти. c4, я вот не знаю, c4 хорошо или нет, он потом будет f4 ходить. Ну? Но я не верю, что будет. c4 пойдем. Надо быстрее ходить, потому что этот человек меня очень может даже срубить флаг. Блин, а как? Давайте конь сюда. Давай конь g6. Думаю, что размен мою пользу, все-таки линия h откроется. Да, но вообще, по-моему, логичнее ему было F4 продвигать. Так, пойдем. Ух ты! Центр закрыт, поэтому будем пытаться здесь что-нибудь организовывать. Давай пока, наверное, сюда пойдем. Я-то не против взять конем, чтобы потом так? На F5 им пойти. Да, да? Кстати, друзья, я поменяла, вот вы видите, изменилось оформление немножко. И я заодно поменяла звуки на донат, наконец-то, на новогодние. Поэтому можете проверить, если кому-то интересно. Вот, там уже прям все новогодние звуки. Вместо того, что было раньше. Так, сюда. Давай заберем, сыграем ладья А8. Заберем здесь, и можно даже пойти ладья А3 с идеей ладья Б3. Да, он не дает это сделать, но пока что напали. Еще раз напали, наверное, слон А4 пойдет. Нет, дал шах. Угу. Давай меняться. F4? Да, F4. Может быть, g5. На этот ход возьмем тут. Наверное. Кстати, на b5 у него слабость. Я же просто могу сыграть сюда. Вот, и там уже будет все время пешка под боем. Под боем пешка будет. F5, сюда, сюда. Либо ушла. А, ушла, может быть, такой ход, наверное. Ладно, взяли. Да, непонятно, что делать. Слон может уйти. Если слон Е2, он куда-то уходит, мы забираем здесь. Ну, как бы переведу я его сюда, и что дальше? Ну, ладно, давайте пробовать. Может быть, здесь и ничья? Скорее всего, да, просто ничья. А может быть, и не ничья? Смотрите, мы сейчас как пойдем? Король G7. Да, пошел. Вот, видите, я же говорила, у меня есть новогодние звуки. Спасибо большое. А вот озвучку я не сделала, озвучку надо сделать. Это правда. Ах ты какой.
Вот знаете, это называется «надо было соглашаться на ничью». Вот так обычно и происходит. На ничью походу... не соглашаешься, опа! А потом проигрываешь. И? Я в шоке просто. Ладно, вот она! Это называется «Майя». Ну когда ты уже вот будешь на ничью играть в ничейной позиции? Ну вот когда? Да, мы возьмем Берс, конечно.